Всем привет! Зима кончилась, а это значит, пора наводить порядок на участке. Сегодня мы покажем, чем можно очистить тротуарную плитку от сезонных загрязнений. На этом участке использована тротуарная плитка в коллекции «Мрамор», цвет бело-черный. В саду много растений и газон, поэтому есть и автополив. За лето на плитке остались трудновыводимые пятна рыжеватого оттенка. Это говорит о том, что в воде для автополива содержится большое количество железа, которое при взаимодействии с кислородом оставляет данный налет. Как очистить плитку от пятен и ржавых следов? Мы настоятельно не рекомендуем использовать народные средства. Они просто могут испортить всю красоту. Чтобы очистить тротуарную плиту от загрязнений и пятен, предлагаем специальные средства, в данном случае фирмы Litosfin. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией, приготовьте защитные средства, очки на глаза, перчатки, а также ведро с водой и щетку. Если у вас есть мойка высокого давления, то это отлично, но также подойдет и шланг с водой. Еще один нюанс. Если вы используете мойку высокого давления, возможно, вам понадобится повторная просыпка швов песком, так как струя будет выбивать заполнитель. Итак, чтобы очистить плитку, которая после воздействия воды за лето приобрела некрасивый ржавый оттенок, мы замешали состав в соотношении 1 к 10 или 1 к 20, налили его на плитку и растянули щеткой. Ждем какое-то время, но не даем высохнуть и затем смываем водой. Получилось быстро и эффективно. Следует отметить, что данный очиститель является биоразлагаемым, то есть безопасен для растений на участке. Если вам понравилась тема ролика и вы хотите узнать, как очистить другие виды загрязнений с тротуарной плитки и садовых дорожек, пишите комментарии, и мы снимем ролик на эту тему. А на сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч!